Так, это видеоинструкция, как пользоваться сервисом Колобок ТВ на примере спутникового интернет-бокса LBOX. Такая маленькая коробочка. Вот пульт от нее, да. Значит, сейчас загружается. У нас проводное, все, каналы есть. Значит, вот список каналов, да? Значит, те каналы, которые красные, это они имеют архивы, то есть можем посмотреть, что вчера было, позавчера, до двух недель. А вот этот канал, например, архивов не имеет. Значит, как посмотреть архивы и вчера или позавчера? Надо на пульту нажать два раза кнопку ОК. Раз, два. Появляется такое меню. Если вы вправо-влево кнопками, тогда вы выбираете дни. Например, понедельник. Там что-то выбрали, нажали. Все, это уже запись. Значит, если вы кнопками вправо-влево, еще вправо, то появляются вот такие раздельные списки. Если надо, например, сразу спорт, выбрали спорт, матч ТВ. И все. Значит, как добавить канал, например, фаворит. Есть фаворитная группа или все каналы. Например, на примере Матч ТВ, как добавить. Вот снизу есть добавить, зеленая. Она, такая же кнопка есть на пульте. То есть вы выбрали какой-то канал, например, Матч ТВ. Нажимаете на зеленую кнопочку, и канал уже добавлен в фаворитах. Проверяем. Заходим в папку «Фавориты». Вот он появился. Так же самое его можно здесь удалить, нажав на зеленую, удалить канал отсюда, с избранных. Это удобно, например, собрать свой список. Все каналы. Если надо отдельно, то сюда идете. Все управление, вот этот вот кружочек. Вправо-влево, вверх-вниз и окей. Если надо попасть в видеотеку, фильмами, нажимаете кнопку меню, на меня меню, выбираете видеотека, нажимаете ОК, выбираете здесь направление, например, последние фильмы, выбираете фильм какой-нибудь сейчас, ну там, вот это, например, ОК, и фильм пошел. Если какой-то фильм просит пароль, то пароль 4 единицы. 1111. Все. Когда вы фильм смотрите, это уже работает вот этот плеер. То есть вы можете нажать на паузу, потом опять на плей. Так же самое в каналах. Если вы смотрите, что вчера было, сейчас покажу. То есть вот канал, например, какой-то. Сейчас какой-нибудь сейчас. ОРТ там или НТВ. Вот НТВ, например. Выбрали НТВ. Выбрали передачу «Последние новости», например, в час дня. Все, пошел. Здесь уже работает плеер. То есть вы можете нажать на паузу и потом на плей. Если начинается реклама, вы нажимаете на эту крайнюю кнопку нижнюю. И сколько раз нажмете, столько минут промотает вперед. На русских каналах реклама примерно 4 минуты. 4 раза по 4 минуты в час. То есть это будет реально экономить время. 16 минут в час. То есть
Нажимаете, вот здесь видите, прибавляются минуты. Сколько нажали раз на эту кнопку, столько он вперед перемотал. Вот все, в принципе.